You played a good game, we're 2-0 in front, and you finally lost in overtime. So are you very disappointed with today's performance? Все-таки была очень сложная игра, и был счет даже равным, и вы были побеждены только в дополнительное время. Вы очень чувствуете себя разочарованным, то, что не смогли выиграть этот матч? Нет, конечно, хотелось бы выиграть этот матч, как, допустим, любому тренеру хотелось бы выиграть. Хотелось бы. Но матч круглый, это спорт, это хоккей. Of course, as a coach, I would really want my team to win, but the ball is round, and you never know on whose side the luck is. Okay, thank you.